Годовщина вывода советских войск из Афганистана, празднование Дня защитника Отечества – все эти даты стали тематической основой проведения очередной встречи в рамках проекта «ШАГ» в московском районе города. В гости к гимназистам в этот раз пришли представители вертикали власти, военного комиссариата, ветераны. Главная тема открытого диалога – патриотизм, уроки мужества, а также служба в современной белорусской армии. Хотелось бы донести до наших молодых людей все жизненные ценности, которые сегодня существуют у человека в погонах. Ребята много интересовались, как проходит служба в армии, как проходит служба по контракту, почему у нас служба, срочная служба и служба в резерве, какие высшие учебные заведения существуют для подготовки военных именно специалистов. Проект «ШАГ» – инициатива республиканского масштаба. Его цель – в первую очередь показать молодежи, как выбрать правильную дорогу в жизни и что нужно сегодня, чтобы достичь успеха. Открытый формат общения позволяет юношам и девушкам задавать гостям любые вопросы. Так, через живой диалог школьники открывают для себя новые горизонты. Они не боятся строить серьезные планы на взрослую жизнь, так как получают четкую стратегию собственного развития. У нас в гимназии проводится этот проект каждый последний четверг месяца, и нам предоставляется возможность общения с различными людьми. Мы осматриваем события, которые произошли в Беларуси за этот месяц. Также прекрасно, что нам дают возможность живого диалога, то есть мы можем пообщаться с этими людьми, которых приглашают к нам. Ну, лично для меня это возможность развития, даже какой-то самостоятельности. Все-таки нам совсем скоро выходить в самостоятельную жизнь, и данные встречи, проекты этот предоставляют такую возможность. Очень важной задачей серьезное является патриотическое воспитание молодежи, потому что мы не хотим, чтобы повторилась война, чтобы новое поколение жило под мирным небом. Каждая тематическая встреча – это возможность для школьников открыть новый мир, понять и прочувствовать, что взрослая жизнь непростая, но очень интересная. И в организации мероприятий ребята играют далеко не последнюю роль. Хочется сказать, что мой класс принимал непосредственное участие в организации встречи с выпускником нашей гимназии Александром Григорьевым, который сегодня является хоккеистом, и это не мешает быть ему студентом Брестского государственного технического университета. И такие встречи мотивируют на выбор активной жизненной позиции. Проект «ШАГ» получил отклик у молодежи. Встречи с известными в городе людьми будут проходить и дальше. Вариантов и предложений по развитию инициативы еще довольно много. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербантон-Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».